Дорогие друзья, у нас сегодня очень важное когнитивное искажение. И я уверен, что это когнитивное искажение часто вас подводит. Сейчас я попрошу вас представить животное, любое, нафантазируйте. Но прежде чем вы представите, я скажу вам слово «молоко». Сейчас у вас коровы побежали, там прямо табуном через голову. Почему? Я не говорил про коров. Но я создал языковую рамку. Я внес слово «молоко», и оно побудило целый набор ассоциаций, которых, конечно, из животных для нас более всего органично подумать про корову. И так мы на самом деле все время оказываемся в ловушках, потому что другие люди словами, которые они произносят, создают так называемые языковые рамки или фрейминги, в результате чего мы уже вынуждены с ними разговаривать не на те темы, например, на которые бы нам хотелось и мы считаем важными, а на те, которые заданы соответствующей языковой рамкой. Часто это можно видеть и в личных отношениях, и в работе. Может быть, вы сами сталкивались с тем, как вас, по сути дела, форматировали языковыми рамками. Если да, напишите в комментариях. Если нет, обсудите.